вперед! Слушайте, у меня идея. Ты убил его? Он исчез. Хотите покурить и поболтать? Вы расстроены. Давайте обсудим это. Нет, не здесь. Хочешь поговорить? После того, что ты сделал? После того, что я сделал с вами? Я отдал вам кольт. И знал, что он не действует на дьявола. Я никогда... Ты подставил нас. Мы потеряли людей в той самоубийственной вылазке. Хороших людей. Кого вы берете с собой, это ваше дело. Все осталось по-прежнему. Мы также действуем вместе. Да, конечно. Ай! Отзови пса, пожалуйста. Назови хоть одну причину. Я могу вам сдать чуму. Что ты знаешь о чуме? Я знаю, как его найти. Это вам интересно, верно? И ты это слушаешь? Сэм? Ты с ума сошел? Замолчи на секунду. Замолчите вы оба. Слушайте, клянусь, я думал, кольт сработает. Я ошибся. На ошибках учатся. Но ничего не изменилось. Я хочу, чтобы дьявол умер. Так, изменилось одно. Теперь он знает, что я желаю ему смерти, и я стал самым проклятым сыном в мироздании. Какой вздор, нам плевать. Они сожгли мой дом! Сожрали моего портного! Я 2 месяца прячусь под камнем, как какая-то саламандра! Каждый демон в аду и на земле ищет меня! И все же, я здесь, где мне нельзя показываться. На дороге беседую с Сэмом и Дином Винчестерами прямо под фонарем! Поехали со мной. Пожалуйста. Вам нужны кольца всадников или нет? Да, я знаю об этом. Едем.